Всем привет, с вами Давуд, и сегодня у нас первый взгляд на и новую игру Darkest Dungeon. Игра доступна в раннем стадии раннего доступа только сегодня, и уже она в топе продаж номер один в Steam. Darkest Dungeon переводится как самое темное подземелье. Я не играл эту игру, я видел видео по игре. Очень интересно, графика красиво нарисованная, но не то, что и вы не ожидаете от нее Diablo 3 в HD, поэтому, ну, давайте посмотрим. Я не играл пока что эту игру, как я уже сказал, и чем отличается эта игра от многих других, тем, что здесь постоянно происходит автосохранение. Если ваши герои погибли, у вас пошаговая... Значит, игра в стиле пошаговой RPG-шки. Если ваш герой умер, а у вас их может быть много, то он умер навсегда. И мы начнем кампанию вслепую. По мере сюжета я буду проверять на русский язык. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Сюжет игры заключил письмо от вашего родственника, звал вас в их особняк, открыли путь не то в ад, не то непонятно куда, и, короче, вы приехали посмотреть, чем, собственно, происходит, что происходит, и я убавлю звук, кстати. Так. Hold. Well struck. Terrible. Пока что хватит. Управление очень простое, игра двухмерная. Это внизу мини-карта. На ней можно переходить из комнаты в комнату. Если кто-то играл в бойцовский клуб, браузерскую игру, то вы, наверное, помните, наподобие этого была карта в правом верхнем углу. Ходить можно влево-вправо, и ваш отряд состоит пока что из двух персонажей, паладина и такого вот ловкача-трюкача, я не знаю даже как он, это класс, Дисмос. И вы можете выстраивать их в линию по мере того, как, в зависимости от того, кого вы хотите поставить вперед и так далее. Давайте пройдем дальше, и игра будет... По мере того, как мы продвигаемся влево или вправо, нам будут рандомно выступать либо противники, либо ящики, сундуки и так далее. Вот, выберите ваш переход в следующую комнату. Brigands have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is just ahead. Можно мышкой даже управлять, как видите. Думаю, кнопками A и D. Dispatch this thug in brutal fashion, that all may hear of your arrival. Уничтожьте этого бандита. Боевка пошаговая. Кликните на скилл и кликните на цель. Если вы не можете выбрать скилл, это потому что ваш герой должен стоять в другой точке. То есть, например, наш пацанчик второй не всегда обязательно может дотянуться до вот этого пацанчика. У него паладина будет гораздо больше шансов попасть по обоим, либо нанести удар по второму.
в зависимости от расстояния. Значит, немножко перед тем, как я начну ебашить этого бандита, я объясню. Значит, у нас две полоски. HP — это, естественно, наша жизнь. А внизу вы подумаете, что это XP, но на самом деле нет, это стресс. Уровень стресса тут повышается по мере того, как вам наносят удары, кто-то умирает и так далее. И определенно, если стресс достигнет сотни, то вы теряете контроль над своим персонажем, и он может либо запаниковать и убежать назад по очереди, либо будет плохо драться, естественно, либо просто побежит на соперника и умрет, скорее всего. Стресс понижается, я немножко забегаю вперед, но просто хочу уже высказаться об этом. Стресс понижается тем, что вы можете в лагере отправить своих героев, например, в бордель или в таверну. Это стоит денег, но тем самым вы понизите его стресс. Так, давайте нашим АДК, это как будем называть, нанесем удар по этому бандиту, у него 15 HP, и можно выстрелить по нему. Давайте выстрелим по нему. Вот такая вот графика в этой игре. 4 удара, очень прикольно сам. Очень оригинальная графика. На 8 ударили. Раунд второй. Давайте ударим на кинжал. И он вернулся, отлично. Еще раз ударим нашего АДК. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Мы обыскали трупы и нашли 50 золотых. Все забираем. Идем дальше с стрелочками. Кстати, тоже можно управлять, я только сейчас нечаянно нажал, додумался как. Что сейчас произошло? Не знаю. Во время вашего путешествия вы будете находить интерактивные объекты. Кликайте на них, чтобы осмотреть. Посмотрите на эту палатку. А, в эту палатку. Стой. Где эти бандиты? Правильно, можно обыскать, можно поднять. Давайте обыскать. Они оставили... Leave nothing unchecked. There is much to be found in forgotten places. Проверяйте все. Очень многое можно найти в этих забытых местах. Куда дальше? An ambush. Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind is no longer welcome. Нас застали врасплох. Вот это вот такая штучка, которой можно нанести удар по нескольким людям. Неплохо. Давайте заставим стан. Нет, не получилось. Mortality clarified in a single strike. Отлично. Я проявил это не туториал. Да. Если ты в один, то я проиграю. 11? Ребята, я ничего не мог сделать иначе. The bigger the beast, the greater the glory. Вернулись, нам повезло. Press this advantage. Я не знаю, как Give them no quarter. Что мы нашли? Мы
значит, это стоит 500 баксов, 500 золотых, какое-то письмо, золото и еда. Забираем. Пишем с лучшим кладом. Здесь вот появится. Сейчас мы видим. Плюс 2 XP уровня. Возвращаемся в город. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now. And you are bound to them. Эти коррумпированные земли теперь ваши, и вы привязаны к ним. Ага. У нас цели тут. У нас цели. А игра проходит понедельно. То есть вы видите недели, и вот нам прогресс показывают. Стресс у Дисмаса повышен. Так. Они, видите, переживают и постоянно говорят, что я чувствую, что здесь что-то ужасное. У нас 5750 золотых. Most will end up here, covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. Здесь будут на кладбище пока что пусто, но здесь будут ваши умершие герои. Санитариум пока закрыт. Закрыт. Больше квестов надо пройти, чтобы открыть все эти здания. Ну, у нас открыто, где можно нанимать героев. Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. К нам будут приходить новые и новые различные герои. Можно апгрейднуть. Давайте апгрейдим нашу телегу. Доступные герои каждую неделю обновляются, поэтому давайте вместо двух будет три. Great heroes can be found even here. Спасибо, братишка. In the mud and rain. Да. Он будет пиздеть каждый раз, что я буду кликать, или только первый раз, надеюсь. А теперь список героев можно увеличить до 11. Давайте сделаем это тоже. Word is traveling. Ambition is stirring in distant cities. We can use this. What better laboratory than the blood-soaked battlefield? Это Джоланд, доктор. Отлично, доктор. Он предпочитает быть третьим. Предпочитает вторым или третьим. Паладин предпочитает быть первым или вторым. Ты кто? Она предпочитает быть второй. Мантел, она типа паладин-женщина. A sister of battle, pious and unrelenting. Мне интересно, у них ХП поднять, HP. О, можно их переименовать. Ха! Давайте переименуем. Ага. Я буду главным. Как тебе так? Ты будешь... Кто у нас там стрелок? Давайте женек пусть будет. Михей любит за всякие ящерицы играть, поэтому... Да.
Михаил. А ты у нас будешь... Пиздец. Кто ты у нас будешь? Давайте... Да ладно, поняли, ты переживаешь. А, давайте кто-то там еще. Ну, не знаю. Блин. Санек. Санек. Сдохнуть. Баба. Я надеюсь, что у нас полное ХП. Пока что покупать ничего нельзя. Пойдем на следующий квест.